просто мне это вот так. В общем, 1 ноября сегодня, и перед Керченским мостом стали на якорь, на рейде. Вот, и должны были проходить через мост, но объявлена воздушная тревога, и вот такие вот дела. Честно, я не знаю, что это, но было бы очень интересно узнать. И вот, если слышно, играет до сих пор диктор, не знаю, псевдо-левитан какой-то, говорит что-то там, что-то там. Опачки. ПВО не спит.